Привет всем! Меня зовут Елена, и вы на моем канале. Я все еще так квакающая непонятная мастер маникюра, который делает обзорчики на моем канале. Кстати, по ссылочке мне пришла. Помните, я рассказывала, что заказала хирс-пакет, который пострадала фирма от наводнения. Кстати, был комментарий. Нашла чем помогать. Лучше помогать людям. А я кому помогла, блин, животным, что ли? Так вот, посылочка пришла давно. Я засняла распаковочку, не смогла сдержаться. Давно уже пользуюсь этими материалами. И, кстати, почему бы и неплохо, почему бы и нет. И тоже уже какое-то сложилось мнение об этих материалах. И поподробнее расскажу в этом видео. Будет интересно. Надеюсь. В этот раз все пришло очень даже более-менее чистенько. Первый гель это такой All-Round гель. Я по-английски так же сам, как по-русски. Ноль. Гель мне понравился. У него такая не жидкая консистенция. Люблю я такие гели. Но в основном я прозрачки с чем смешиваю. Я слепая девушка. И я люблю все-таки камуфляжи, чтобы видеть, что я делаю. И, кстати, недавно собиралась купить себе прозрачный гель, то, что у меня не закончились. И вот, кстати, вот они пришли. Так что очень даже я уже его использовала там. Люблю делать тоже намесы из тех гелев или из остатков. Также пришел вот наглядный пример. Гель, который по цвету меня вообще не устраивает. Но консистенция у него просто обалденная, такая густенькая. Подойдет она именно для начинающего мастера, мне кажется, вот когда гель никуда не плывет, не безит, намного легче работать. Поэтому, если вы начинающий мастер, то я посоветовала гели, которые более такие густые, чтобы они никуда не затекали, не утекали. И вот если соединить этот гель и первый, получится просто обалденная консистенция. Этот гель я, кстати, добавила в более такой нейтрально бежевый цвет, и цвет меня вполне устроил. Ну и добавила, естественно, прозрачки. Этот гель медленно, но выравнивается. Но мне он слишком долго его ждать, пока он там выровняется, поэтому я все-таки его смешаю с прозрачным, более жидким гелем. Также мне пришло полкило базы. Теперь у меня очень много базы. Из-за того, что банка такая огромная, непривычная, обычно база это максимум 15 мл или в бутыльке. Я что-то забываю про него, что у меня база есть, надо поставить на видное место и наконец-то начать им пользоваться. Поэтому пока ничего не могу сказать про эту базу. Также мне написали от руки спасибо за, а за что не поняла. Просто корявый почерк, извините. Вот. Также, кстати, у нас в Германии до сих пор активно все наращивают на типсы. И походу вот этот намек, Ленка, тоже начинай. Кстати, я говорила, что собираюсь в следующих видео много лепить и рисовать. Очень даже обалденные камушки. И вот ими можно будет красиво сделать лепку. Также у меня положили, там же рандомно, типа, что положили, то положили. Я ничего не выбирала. Типа сюрприз, пакет. Блесточки. Да, у меня очень много блесточек, но я редко пользуюсь блесточками, потому что я потом эти блесточки всю неделю везде выбираю. Также положили мне подставку. Кстати, очень даже кстати. Я собиралась покупать уже ее на Алике. У меня одна есть, но мне не хватает. Мне надо еще одну. Теперь у меня она есть. Правда, жалко, что она не серебристая. Золотистая мне не сильно подходит по цвету. Также мне положили светоотражающие, ночью сверкающие, такие вот камефибуки. Тоже нам вот почаще их впихивать дизайном, то, что очень даже мне кажется интересным. Также положили мне такой вот блокнотик, видимо, чтобы записывать, когда что-то покупаешь. И блокнотик такого же орнамента, как вот эта подстилочка, которая у меня была в первый раз. Или тоже в этот раз. Также этот был эта скобка пластмассовая, которая делает поджатие. Но мне она не нравится. И, кстати, еще
мало того, что у нас Германия наращивает на типсы, да, так у нас в Бонну пошли еще вот эти вот типсы, они на полный ноготок. Там берут, там где ноготок, его опиливают, и прям нафиг весь этот типс на ноготок, сверху лаком и шикардос. И вот я все думала попробовать этот способ на себе, но мне как-то было жалко покупать, отдавать столько денег, они стоят, по-моему, 20 евро эти типсы. Теперь у меня есть, и надо будет как-то попробовать такое наращивание. Мне кажется, будет интересно, эти типсы отличаются от других или от верхней форм тем, что они такие более гибкие. Также положили мне всякие палитры, типсы. Такие тройные я много раз видела, но никогда не покупала, поэтому спасибо большое. Обязательно буду ими пользоваться. Кстати, ромашки я уже там использую в жизни. Эти блесточки я так и не поняла, что это. Тоже потом, когда буду делать дизайны, будем разбираться. Один бафик. И вот пластина для стемпинга. Блин, у меня такая есть. Жалко. Ну ладно. Я еще так подумала, почему она такая замученная там. А оказалось, там есть пленка. И когда пленку я сняла, конечно же, была она в идеальном состоянии. Я собираюсь выложить видео о стемпинге, о лаках для стемпинга. И очень даже была рада, что мне положили два лака для стемпинга. Но где же было мое разочарование, когда они мне не понравились. Жалко, цена у них в принципе хорошая. 2,50 что ли они стоят. Я такая подумала, о, как раз я ищу. И вот, о, как раз я протестировала, и я их не куплю. Они просто ужасные, ужасные. И когда начинаешь еще вытирать эту пластину, да, а втирать все в блестках, пигмента ноль, а блесток тонна. Поэтому вообще не советую. Извините, да. Ужасные лаки. Скоро будет видео именно с лаками для степпинга, которые я советую. Я еще подумала один лайфхак. Покажу его также. Пластина, конечно, у меня такая есть, жалко очень, лаки я выкинула, мне они вообще не понравились. Да, и потом следующие продукты тоже были небольшие разочарования, но тем не менее, самой посылкой я очень даже обрадовалась и была довольна. Также в этой посылочке была втирка такого ярко-красивого, такого глубокого синего цвета, мне очень понравилось. Так что вот втирочки на этом сайте покупать можно. Я советую. Очень хорошее качество. Мне они понравились. И вот следующее это будут краски для покрытия. Ну, вместо гель-лака у нас в Германии используют. Мне понравилось. Два цвета из, сколько там, из семи, которые меня более-менее устроили, но тем не менее, если мне не нравится, это не факт, что не понравится моим девочкам. Поэтому пусть будет. Надеюсь, вам было интересно. Конечно, меня смотрит большинство, конечно, из России, но также и смотрят из Германии. И я, в принципе, не пожалела, что купила вот эти две посылочки, но пока мне хватит. У меня уже тонна геля, у меня уже всего-всего добра. И даже если мне пришли эти, как оно, гель-краски, они для полного покрытия, это не для рисования. Они меня разочаровали, конечно, но тем не менее, как говорится, все, что нравится нам, это не факт, что понравится нашим девочкам. Поэтому пусть будет. Очень даже интересный. И блестюшки можно засунуть, допустим, перед Новым годом в новогодние дизайны. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. До скорых видео. Пока.